Сергей, поражение 1-0. Что не хватило в этой игре для того, чтобы держать победу? Ну, забить гол. Да, моментов было много. Ну, и у них, и у нас сегодня такая более, скажем так, интересная игра получилась, чем «Динамо Минск». Ну, если брать в целом, так, с двух таймов. Ну, забивать надо, и будет. И у них, конечно, были две штанги. У нас много моментов. На последней минуте шикарнейшие. Ну, просто исполнительское мастерство. И все, больше. Потом улучшится к сбору, под сборах, и сразу станут голы. Два матча, чемпион и вице-чемпион, можешь как-то сравнить эти две игры? Да нет, это сборы, пойму. Гродно неделю назад только вышло, поле, переезды, все остальное, манежи, это все настолько «Динамо» своих вопросов, у нас свои, Гродно свои. Это вообще никакое абсолютно не имеет значения, кто в какое место в таблице занял. И прошлый матч до начала со старта, сейчас уже вышел со скамейки запасных. Были ли у тебя одинаковые роли, либо какие-то все же тоже? Не, ну каждый матч, каждая тактика, роль одна, играть на своей позиции, конкурировать с игроками. А так решил тренер, никаких вопросов для этого сборы, тренировки, поэтому никаких проблем. Спасибо.